И да пребудет великий Шворц со всеми, кто дожил до того дня, когда я таки сумел поиметь возможность записать очередной ролик. И сразу замечу несколько моментов. Во-первых, поскольку я сильно-сильно подрезан по времени, я вынужденно записываю материал по совершенно другому проекту, по совершенно другому материалу, чем то, почему я планировал это делать, потому что у меня просто физически нет сил сесть и заново полностью собрать весь тот объем работы, который необходимо выполнить, чтобы реализовать эту запись. И поэтому, и при этом я не могу просто взять и перетащить этот контент в свой исходный проект. То есть позже я это сделаю, когда будет возможность, но когда эта возможность будет, я вообще не могу предсказать. Потому что, в принципе, времени нет вообще от слова совсем. Значит, в этом материале мы наконец-то поговорим о противниках более серьезно, чем о простом слизнячке. И, в принципе, идея состоит в том, чтобы сделать полноценного антропоморфного противника более-менее универсального. То есть он будет иметь возможность ходить в сторону игрока, останавливаться по заданному расстоянию от игрока и, в зависимости от того, насколько игрок далеко, вести огонь либо на дальней дистанции, либо атаковать в ближнем бою. Плюс опционально возможность, чтобы противник пытался подпрыгнуть поближе к игроку, к тому месту, где он находится. Все это мы зашиваем в один класс, все это мы делаем на блюпринтах, и все это очень неоптимально, но в принципе должно работать. И мы сейчас как раз посмотрим первым делом на реализацию, то есть как оно себя ведет. И затем подробно разберем этот самый класс противника. Замечу, что мы здесь не говорим о классе снаряда. Это отдельный разговор. В принципе, я его тоже покажу потом. С классом снаряда, в принципе, нет ничего сложного. Если вы сделали класс противника, то класс снаряда получится сам собой. Вот. И опять-таки, снаряды бывают разные. Их можно делать по-разному. И мы взглянем на простую пулю, которая летит по горизонтали, и на гранату, которая летит по дуге. Вот. Плюс с помощью трейсинга мы будем делать атаки в ближнем бою, как мы это делали для персонажа игрока в предыдущих материалах. Ну, и, собственно говоря, запускаем тестовый уровень. Да, здесь пошли некоторые звуки, есть, как всегда, недоработки. Ну, смотрим, как ведут себя противники. Первым делом противник уведомляет о себе. Он атакует игрока. Если игрок отходит достаточно далеко, он начинает преследование. В ближнем бою мы получаем по мордам. Несовершенство системы. Да, я умер. Пробуем еще раз. Несовершенство системы в данном случае заключается в том, что если встать на голову противнику, то противник может атаковать нас до бесконечности, ничего не будет. И в принципе, эта проблема лечится. Просто надо выполнять проверку по оси Z. Если игрок находится на оси Z, то трейсить вверх. Это куча дополнительных условий и очень больно. Как всегда. Далее. Это наш первый тип противника. Да, если уйти за зону его агро, то он перестанет нас преследовать. Ну, сейчас он за нами топал. Следующий противник — это гранатометчик. В принципе, это тот же самый чувак. Только чуть мощнее. И третий противник — это что-то типа наемницы, которая умеет делать вот так. И ржет, если по ней попасть. Примерно так вот. Ну, заметим, что все эти противники заточены под немного другую систему, поскольку в этой системе еще учитывается наличие у игрока ролевых параметров. Но в целом это не принципиально. Ну и давайте разберем, собственно говоря, класс противника. Вот это вот наш блюпринт. Как можно видеть, он довольно простой, маленький и очень понятный. Сам противник представляет собой вот такую вот конструкцию. В принципе, ничего нового. Во-первых, наша капсула — это зона столкновений. Далее идет, собственно, спрайт. Точка пуска снаряда. И звуковой компонент для воспроизведения звуков.
У нас будет три функции сторонние, завязанные на, собственно говоря, звук. Это хренище переменных, которые практически все нам понадобятся, по-моему. Пара-тройка осталось лишних. Некоторые из них уже знакомые. Float, который ведет учет времени, локация игрока, текущая локация противника, время перезарядки, скорость движения, расстояние агрессии, точка остановки по расстоянию от игрока, расстояние, на которой противник атакует в рукопашную, урон в рукопашную, расстояние до игрока, коэффициент направления, таймер, выбранная анимация, проверка на то, нужно ли анимацию воспроизводить циклически, проверка на то, нужна ли анимация в принудительном виде. Это какой-то коэффициент, мы на него наткнемся дальше по ходу разбора процесса. Запас здоровья, уровень брони, то есть по сути это снижение номинального урона игрока. Имя нашего противника, мы не будем разбирать подробно этот аспект, поскольку это завязано на интерфейс пользователя. Но в принципе это позволяет выводить информацию о противнике на интерфейс. Предел здоровья, процент здоровья, то же самое, это все завязано на интерфейс. Ссылка на объект игрока, ссылка на игровой инстанс, это знакомые вещи. Уровень противника, это привязано к ролевой системе, на этот уровень множится запас здоровья, чтобы сформировать опыт. Это радиус капсулы, которая она становится после смерти. Ага, и это высота капсулы после смерти противника. Это наш набор анимаций для разных действий. Это тип движения, параметр, который не используется. Это проверка на наличие рукопашной атаки. То есть, если этот параметр стоит, точнее не стоит, да, не установлена галочка, false значение, то в таком случае противник не может атаковать в рукопашную, будет всегда атаковать издали. Это ссылка на класс пули. Это способность подпрыгивать к игроку. Это таймер, при котором производится... Не таймер, это индикация кадра, при котором в анимации будет нанесена атака в рукопашную. То же самое для дальнего боя. Насколько я помню, эти параметры не используются, но мы проверим это по ходу пьесы. Это процентная вероятность того, что будет совершен прыжок. Это счетчик этапов прыжка. Мы увидим дальше, что прыжок выполняется в несколько этапов. И это таймер перезарядки прыжка. Насколько я помню, это класс рукопашной атаки, который не используется. Но мы это проверим опять-таки. Это набор звуков, которые используются для воспроизведения различных, собственно говоря, звуков противникам. Это индикация того, согрелся ли противник. То есть первый раз, когда противник видит игрока, он произносит какую-то фразу. И он ее произносит один раз, когда агрится в первый раз. И это массив звуков, которые должны быть воспроизведены. По-моему, он не используется опять-таки, но мы посмотрим. Ну, давайте будем двигаться по порядку. И пойдем на наш график событий. Первым делом событие Begin Play. Здесь мы устанавливаем Max HP на основании исходного HP. Кастуем в объект игрока, то есть используем стандартную функцию GetPlayerPwn. И затем каст ту, в нашем случае, класс игрока называется 2D Side-Scroller Character. Это стандартный объект класса, по-моему. В предыдущем примере было то же самое. И назначаем переменную player. Как обычно, мы можем это сделать с помощью команды promote variable, чтобы не заморачиваться. Повторяем эту же процедуру для game instance. Вызываем функцию getGameInstance, чтобы узнать текущий game instance. Да? Напоминаю, что game instance это объект, который хранит данные некие, вне зависимости от того, какая карта загружена. То есть по сути, это
Грубо говоря, Singleton. И кастуем в этот объект, и тоже с помощью Promote Variable получаем переменную GI. Основная веселуха у нас производится в event tick. То есть здесь у нас полное безумие. Ну, первым делом устанавливаем переменную DT для нашего Delta Time, чтобы потом к нему проще обращаться. И вызываем первый sequence. Первое событие, двигаемся дальше. Если наш запас здоровья больше нуля, то есть если противник жив. Да? Если он мертв, то мы переводим противника в состояние смерти. В мертвом состоянии мы принудительно ставим ему флипбук мертвый, да, set flipbook. И если анимация смерти дошла до последнего кадра, то есть узнаем длину этого флипбука установленного и смотрим на текущий кадр. Если плюс один, естественно, потому что длина флипбука, условно говоря, 20 кадров, но интервал, да, от нулевого до 19-го. Соответственно, нас интересует позиция воспроизведения плюс один кадр. Если эти два значения равны, то в таком случае мы останавливаем анимацию. То есть, по сути, мы вырубаем анимацию смерти на последнем кадре. На последнем кадре мы, соответственно, имеем труп. Если же противник жив, мы двигаемся дальше. И здесь у нас sequence из 7 пунктов. Из 8 пунктов, пардон. Первый пункт. Это изначальная подготовка. Мы узнаем текущее местоположение нашего объекта getActLocationSelf и где находится игрок. Записываем это в, соответственно, plog и clog. Вычитаем, получаем разность векторов, да, и находим длину вектора этой разности. Это расстояние до игрока. Для получения длины используем функцию vectorLength. Дальше, если по x, да, то есть вызываем традиционный метод breakVector и сравниваем координаты по x. Если x игрока меньше x нашего врага, то тогда игрок находится слева. Если же больше, то справа. Учитываем это, выставляем коэффициент. А, вот он, PK, коэффициент направления. И устанавливаем вращение нашего спрайта. То есть в какую сторону повернут спрайт противника. Следующий элемент нашего секвенса. Здесь все довольно сложно. Входим в наше первое условие. Что мы проверяем? Если расстояние игрока от игрока меньше расстояния агро, это значит, что мы можем сагриться. При этом расстояние от игрока до противника должно быть больше, чем расстояние остановки. Это значит, что мы можем в принципе двигаться к игроку. И наконец, мы проверяем скорость по оси Z. И, ну, с довольно серьезной допустимой погрешностью удостоверяемся, что она равна нулю. То есть, грубо говоря, противник еще и не падает. То есть, если он падает, то, естественно, он идти в нашу сторону не должен. Он должен просто падать, пока не окажется на земле. Если все это выполняется, и если в данный момент не выполняется процедура прыжка, то мы можем приступить к делу. Дальше. Здесь мы удостоверяемся, что никакая принудительная анимация не выполняется. Где это вызывается, вы увидите сейчас. То есть вот этот вот Enforce Anim, наш флажок, он не true. И, наконец, третье условие, которое мы проверяем последовательно, это то, что, ну, опять-таки, то, что мы проверяли недавно, да, что направление на игрока влево или вправо. И, соответственно, устанавливаем коэффициент движения влево или вправо. В принципе, мы могли использовать вот эту переменную. Но мы лентяи, повторяем эту проверку этого условия. И, соответственно, поскольку все эти условия выполняются, то, соответственно, мы можем двигаться.
Соответственно, устанавливаем желаемую анимацию, переменная anim, в animWalk. Здесь мы должны задать нашу анимацию ходьбы. И анимация ходьбы должна быть циклической. То есть он просто топает до тех пор, пока топает. Соответственно, ставим галочку loop. Но она не принудительная. То есть она должна прерываться мгновенно. Если противник агрится впервые, да, это происходит, когда пэдист меньше агро, и флажок first agro не стоит, точнее, еще стоит, pardon, first agro по умолчанию true, то в этом случае мы вызываем звук того, что он сагрился, и снимаем флажок first agro. То есть это происходит один раз. Если же вот эти вот все условия не выполняются, то мы... И все равно мы не находимся в состоянии прыжка, поскольку в состоянии прыжка можно находиться и иметь, скажем, скорость z отрицательную, не нулевую, да, то mk ставим 0, то есть мы стоим на месте. Вызываем, и опять-таки, если нет никакой вызванной анимации, да, если ее нет, то в таком случае мы ставим анимацию стояния на месте. И опять проверяем, находится ли противник в зоне останова. Если противник находится в зоне останова, то есть до игрока меньше, чем до плоскости стоп, то в таком случае проверяем, перезарядилось ли наше оружие. Если оно перезарядилось, то есть таймер перезарядки 0, устанавливаем его, ставим его в равном значению reload. Опять-таки устанавливается нами. Сейчас 1,5 секунды. Дальше. Следующая проверка. Первое. Условие и. Опять enforce anim. Должен не стоять. А также. Либо у противника вообще не должно быть рукопашной атаки. Либо противник должен находиться за пределами зоны рукопашной атаки. Если это так, то следующее, что мы проверяем. Условие прыжка. Условие прыжка довольно простое. Первое. Противник в принципе может совершить прыжок. Второе. Выпало случайное число, которое меньше вот этого вот шанса. Да, то есть у нас установлен какой-то шанс 25% и число от 0 до 100. Если это число меньше 25, то соответственно прыгаем. Если больше, от 75% вероятность, что оно будет больше, то мы не прыгаем. И наконец, опять-таки, прыжок не должен выполняться. Ну, это логично, мы это уже проверяли на входе, но на всякий случай мы учитываем все условия. Просто, чтобы не было ошибок. Если все три эти условия выполнились, то мы просто тупо запускаем наш прыжок. Airstrike Step становится равен не 0, как он был все это время, а 1. Но, как правило, эти условия не выполняются, и, соответственно, мы просто стреляем. Что мы делаем? Воспроизводим анимацию стрельбы. Она не зацикленная и принудительная, то есть противник не будет ничего делать до тех пор, пока эта анимация не закончится. И, вот, range time, все, вот зачем эти переменные были нужны. Range time def и melee time def — это значение по умолчанию, да, при которых должен выполниться этот самый выстрел. Если же это действие не выполняется, то абсолютно аналогичная вот этой вот комбинации выполняется для рукопашного боя, только используется счетчик melee time и ставится анимация ближнего боя. Это мы выбрали наши действия. Следующее, что мы делаем, это, собственно говоря, движение. Ну, движение, опять-таки, оно немножечко тоже условное, да? Если МК не равно нулю, и вы помните, мы установили МК вот на этом этапе. Если оно не равно нулю, то мы просто пихаем актера в направлении игрока. А с какой скоростью? Почему в направлении игрока? Потому что МК — это коэффициент, который входит вот в эту формулу. Мы умножаем скорость на дельта тайм на наш МК. И вектор по X, по Z мы смещаемся на единичку вверх. Эта единичка мгновенно съедается гравитацией. Это просто гарантирует, что противник не будет застревать на поверхности. Get Actor Location плюс вот это вот все
И это новая локация игрока. Используем свип для того, чтобы противник сталкивался с препятствиями, а не проходил сквозь них. Если же МК равно нулю, то в таком случае начинаются интересности. МК равно нулю в двух случаях, да, если мы делаем airstrike и если мы падаем, да, то есть противник может дойти до уступа и свалиться с него, грубо говоря. В этом случае первое, что мы делаем, да, мы смотрим, что Z не нулевая. Если она не нулевая, то мы проверяем, больше она нуля или меньше нуля. Если Z больше нуля, то, как ни странно, мы двигаемся вверх. И, соответственно, это возможно только если у нас airstrike. А если Z меньше нуля, то, соответственно, мы воспроизводим обычную анимацию mid-air падения в воздухе. Следующий пункт. Мы берем нашу paper flipbook, удостоверяемся, что она находится на последнем кадре. Мы это проверяли некоторое время назад, то есть ровно та же самая проверка. Или если стоит флажок Enforce Anim. В таком случае мы берем нашу paper flipbook, вот она, да. Мы берем выбранную ранее на предыдущих этапах Anim и устанавливаем. После чего галочку Enforce Anim можно снять. Следующее действие. Вот это самое веселое и упоротое в плане смысла часть. Это Airstrike. Опять-таки, обычному монстру это по сути не нужно. А в нашем случае, да, нам это требуется для того, чтобы, ну, грубо говоря, все функции антропоморфных противников были умещены в одного. Что у нас здесь происходит? Значит, если шаг Airstrike больше нуля, то есть 0, это значит, что Airstrike просто не выполняется. И если таймер Airstrike меньше нуля, то мы заходим и смотрим, какой сейчас у нас шаг. Если шаг первый, то в таком случае воспроизводим анимацию подготовки к прыжку, ставим таймер 0.5 и шаг второй. На этом заканчивается. То есть пока вот этот таймер не перезарядится, пока он не станет снова равным нулю, то будет выполняться вот это действие, в котором, собственно говоря, идет пересчет таймера. То есть текущий таймер минус дельта тайм, пока не опустится до нуля. Как только опустилось, заходим и смотрим. Шаг уже 2. Соответственно, анимация ставится mid-air. То есть мы прыгнули, принудительно ставим. Все, ты в полете. Ставим опять полсекунды релоуда. После того, как он выйдет, если полет все еще вверх продолжается, то, соответственно, действие вверху принудительно будет сохранять нам этот этап. И что мы делаем? Мы пихаем нашего противника, то есть капсулу, вверх. Создаем вектор Z1000 и добавляем импульс. И ставим Strike Step 3. Что происходит? Нашего противника подбрасывает вверх с импульсом 1000. Ну, это еще зависит от гравитации и так далее. Мы игнорируем его текущую скорость. То есть well change, стоит галочка. И третий этап. Соответственно, опять повторяется вся эта процедура. Третий этап. Опять аним миде. Опять ставим перезарядку. И добавляем капсуле импульс. Только в этот раз мы берем наш коэффициент ПК направления. Направление к игроку. Домножаем на минус 1 на 1000. И это будет наш импульс по иксу. По Z параллельно делаем минус 300. То есть мы пихаем врага вперед и немного вниз. И это бросает его на игрока. Ну, естественно, здесь по-хорошему можно было бы еще ввести какие-то коэффициенты в зависимости от расстояния до игрока. Мы этого не учитываем. Бросок всегда происходит одинаково. После этого сбрасываем степ на 0. То есть как только противник приземлится, это значит, что процесс airstrike закончился. То есть на самом деле все достаточно просто. Следующий этап. Здесь мы просто рассчитываем процент. Ну, не процент, в долях от единицы. Да, процент здоровья. И это нужно для вывода в интерфейс. То есть нам это не сильно интересно. Следующий этап, вот это уже интересно. Значит, что у нас здесь происходит?
если range time не равен нулю, да, то есть мы выставили, что какое-то время должно пройти для того, чтобы произошла атака дальнего боя. Но в то же самое время, если текущий кадр на флипбуке больше, чем этот range time, то есть это время выставлено и оно прошло, то в этом случае что мы делаем? Мы берем наш класс пули, который прописан как-то, да, то есть вот у нас вот стоит bullet trooper basic. Всегда спавним, владельцем назначаем себя. То есть просто здесь пишем self, и здесь у нас есть пункт get a reference to self. Дальше, gunpoint — это наша вот эта сферочка, да, которая показывает, откуда вылетает пуля. Gunpoint примерно находится в том месте, где кончик ствола. Получаем world transform — это положение gunpoint в мире. Соответственно, пуля будет вылетать, поскольку gunpoint наследуется флипбуком, наследует флипбуку, постольку, когда мы поворачиваем флипбук, gunpoint поворачивается вместе с ним. Поскольку нам нужно мировое его положение, но только положение. Вращение нас не интересует, масштаб нас не интересует. Пуля выходит в масштабе 1.1.1. Спавним, соответственно, вот эту трансформацию. Напоминаю, что чтобы получить эту трансформацию, мы вытягиваем отсюда и выбираем пункт Make Transform. Да, мы получаем вот эту трансформацию. Дальше Make Vector и дальше Get World Transform у нашего объекта Gunpoint, который мы просто перетягиваем сюда. После чего Range Time скидываем на 0, дело сделано, и воспроизводим звук выстрела. Следующее действие. Аналогичная предыдущая проверка. В этот раз мы смотрим, что милитайм не равно нулю, что флипбук превысил этот милитайм. Соответственно, мы можем выполнять рукопашную атаку. Но рукопашная атака выполняется иначе. Мы берем координаты противника текущие. Здесь можно было на самом деле использовать целок. Берем координаты игрока. Дальше. Берем расстояние милидист. Это наша дистанция атаки в рукопашной, множим на направление к игроку по иксу и на минус 1 инвертируем. Да, получаем вот такой вот вектор. Суммируем с текущим положением и получаем точку конца. Вот на этой дистанции от того, где мы находимся, до направления к игроку, помноженного на расстояние рукопашной атаки, помноженного на минус 1, мы получаем наше направление рукопашной атаки. Зачем этот минус 1? Потому что спрайт противника по умолчанию смотрит влево. Соответственно, направление атаки для него инвертируется. Выполнили line trace. И при условии, что этот line trace что-то вернул, мы разбиваем наш out hit. Да, используем break hit result. Что нас интересует, это hit actor. Проверяем, чтобы этот актер имел tag player. Здесь вызываем просто функцию actor has tag. Тоже проверяем это условие. Если оно true, то есть если оно истинное, то мы просто наносим урон равный melee damage, apply damage обычный, и урон наносим по player pawn. Мы могли использовать вот этот объект hit actor, потому что это в любом случае игрок. Можно использовать ссылку на player pawn. На самом деле это абсолютно не принципиально. И, чтобы было игроку жизнь малины не казалась, добавляем импульс с velocity change тоже. Берем текущее положение игрока, берем положение нашего противника, находим разность этих векторов. Это будет, по сути, направление между ними. Да. И домножаем на 15. И придаем пинка игроку по этому направлению. То есть его отбросит в ту сторону, откуда, наоборот, да, от того направления, откуда пришел удар. После этого сбрасываем опять-таки melee time. И здесь у нас может быть отспаунен спецэффект рукопашной атаки. Ну, например, какой-нибудь взмах, там, вспышка, что угодно. Трансформация определяется серединой этого вот нашего вектора. То есть мы берем длину вот этого вектора, домножаем на 0.5,
получаем горизонтальный вектор, суммируем с исходным положением игрока. И вот она, наша локация. Вращение определяется через, опять-таки, ПК, направление до игрока. По сути, мы домножаем на ПК наш World Rotation. Получили масштаб, ну, в данном случае стоит 2. Это зависит от того, как вы заложили ваш спецэффект. И, собственно говоря, да, ну, а сам спецэффект у нас не заложен, поэтому он не спавнится. Ну, можно что-нибудь, в принципе, выставить. Это не принципиально. И опять-таки воспроизводим звук рукопашной атаки. И, наконец, финальный фрагмент – это обычный отсчет таймера. Если таймер больше нуля, то таймер минус дельта тайм – это новый таймер. Дальше возвращаемся сюда. В случае получения урона мы перекрашиваем противника. Это мы увидим чуть позже, но в принципе мы это делали и со слизняком. Суть знакомая. Цвет постепенно восстанавливается. Красный – он у нас константа. А голубой и синий мы ставим в нуль. Соответственно, если зеленый цвет меньше нуля, то синхронно надо восстанавливать зеленый и голубой. Set Sprite Color для нашего Paper Fullbook. Make Linear Color. Как обычно, вот здесь вот у нас есть эта процедурка. Delta Time плюс Delta Time плюс. Что плюс? Текущее значение зеленого и голубого. И назначаем новое значение зеленого и голубого. Это наш новый цвет. Вот и вся магия. И, наконец, третье действие. Процесс Sound Switch. До этого мы доберемся. В случае получения урона. Здесь мы выкинем часть действий, поскольку они играют роль только в интерфейсе. Интерфейс – это отдельная тема. Если прошел урон, Event Any Damage, как обычно, вызываем Event Any Damage. Урон вычитаем из запаса здоровья с учетом брони. То есть damage минус armor. И из этого вычитаем. Это вычитаем из здоровья. Если здоровье меньше нуля, то выполняем процедуру смерти. Здесь процедура смерти хитрая. Мы не уничтожаем актера игрока. Мы приводим его в, грубо говоря, мертвое состояние. Значит, начисляем нашему плееру опыт. Опять-таки, это избыточный для примера действия. Это просто заложено в текущем проекте. Да, то есть player experience равно level на 10 умножить на max HP. Дальше воспроизводим звук смерти. Опять-таки, мы до этого сейчас доберемся уже. Меняем состояние коллизии на взаимодействие тока физическое. Радиус капсулы ставим на death rad. Высоту капсулы на Death Hate. Отзыв коллизионный по каналу на паун ставим игнорировать, то есть мы не можем двигать трупы. На врага тоже игнорировать, то есть противники другие не смогут двигать этот труп. И, наконец, пули тоже игнорировать. До настройки этих каналов мы сейчас доберемся. Дальше, вот эту часть мы просто опускаем, она избыточная. Это просто вывод в интерфейс информации о здоровье. И, наконец, ну, в принципе, если кому-то интересно, можете посмотреть. Но это отдельно, это сильно зависит от того, какой вы интерфейс делаете. И, наконец, спавним циферку урона. Да, то есть устанавливаем DMG, прописывается в циферке урона. Опять-таки, это, в принципе, избыточно. Все. Это основные действия с нашим противником. Теперь поговорим о функциях, связанных со звуком. Функция DoAudio в нашу очередь звуков добавляет звук, который мы хотим проиграть. SND2Play – это переменная типа SoundCue. Ну, здесь вот это вот избыточно. Опять-таки, это просто текстовая информация о том, что пополнен набор звуков. Дальше. Процесс Sound Switch. Вот здесь вот все повеселее. Мы проверяем, воспроизводится ли аудио. Если не воспроизводится, то в таком случае мы выполняем, грубо говоря, сдвиг
по нашему списку аудио. Мы вызываем play audio нулевого элемента вот этого вот набора звуков. То есть они как бы выстроены в очередь. Дальше. EQ buff. Это наша, по-моему, локальная переменная. Очищаем ее. Это массив. Массив клон нашего набора звуков. Если длина больше единицы, то в таком случае мы начинаем перебор. От первого элемента до последнего элемента мы записываем данные из очереди в буфер. То есть создаем клон аудио последовательности. Когда этот цикл выполнен, мы очищаем нашу очередь и снова перебираем все элементы буфера и записываем обратно в аудио очередь. Но поскольку в буфер мы записали все элементы, начиная с первого, то по сути мы выкинули нулевой элемент, который сейчас как раз воспроизводится. Он нам больше не нужен. В случае же, если длина больше единицы, не больше единицы, то есть меньше единицы, то мы просто очищаем очередь. Вот вся и вся недолго, так сказать. И наконец, play audio. Это функция. Устанавливает звук в соответствии с параметром volume, да, set volume multiplier. Это потом в настройках можно сделать ползунок на звук. По умолчанию он единица равен. И вызываем play. То есть просто воспроизводим с нуля для нашего аудиокомпонента. Напомню, то есть это вот он, аудиокомпонент. Вот, собственно говоря, все действия, которые необходимы для того, чтобы сделать, ну, такого вот своеобразного универсального противника. Ну и, собственно говоря, как обещано... А, да, еще один момент о противнике. Зайдем в капсулу. Ну, параметры, это не принципиально. По умолчанию, так, collision enabled полностью. Тип объекта enemy. И... игнорируем других врагов и пули. Где это настраивается? Идем в Project Settings. All Settings. Так. И где же у нас это было? Раздел Collision. Да, раздел Collision. Object Channels. И здесь мы можем добавить новые каналы. Здесь у нас заложено два дополнительных канала. Enemy блокирующий и Bullet блокирующий. Ну и, собственно говоря... так, bullet, вот она, bullet trooper basic. Это довольно простой объект. Когда мы ее порождаем, устанавливаем ей длительность жизни life. Ну, сама пуля первым делом, да, это спрайт. Вокруг спрайта сфера коллизия. Object type у нас bullet. Блокирует все, кроме опять-таки врагов и других пуль. Соответственно, столкнуться она может со стенкой или с игроком. Обязательно ставим галочку Simulation Generates Hit Events. Итак, установили Lifespan на основе переменной жизнь. Lifespan — это стандартная функция, которая сама удаляет объект, если его Lifespan исчерпывается. GetActLocation. Узнали наше положение, записали в целок, узнали оунера, да, то есть мы недаром устанавливали оунер в классе противника, когда порождали пулю, узнали местонахождение и получили координату, сравнили x пули с x противника, узнали, в какую сторону пуля должна лететь, или в плюс, или в минус.
по тику. Сами уменьшаем life. Но, по-моему, это ненужное действие. Да. Это ненужное действие, то есть lifespan таки работает. То есть это можно, в принципе, опустить. И дальше смотрим. Берем координату игрока плюс x коэффициент. Вот он, мы его установили, направление. Плюс z коэффициент. Он нигде не устанавливается. То есть это заготовка на будущее, когда пуля сможет летать под углом. В принципе, то есть z коэффициент всегда 0. По z она не летит. А x коэффициент вот установлен. Домножается на скорости на дельта тайм. Плюс и получили смещение. Опять не забываем свип, чтобы хит-эвенты срабатывали. В случае хит, да, event hit добавляется через, как обычно. AZ это тот объект, с которым мы столкнулись. DMG заложенный в пулю. Применяем функцию apply damage в случае, если у AZ есть тег player. Нанесли урон. В противном случае просто уничтожаем актера. Если мы донесли урон игроку, то мы тоже уничтожаем актера. Судьба пули незавидная. Для гранаты все немножечко хитрее. Вот эта часть процедуры, в принципе, грубо говоря, аналогичная. Узнали XK, узнали XK плюс или минус. После чего добавили с учетом этого XK импульс в сфере. То есть граната наша полетела. По X, по Z 400, ну примерно, да, дугообразная траектория. И импульс 800 на направление. То есть она полетела или влево, или вправо. Дальше. Выходим на наш event tick. Вычитаем life. Если life меньше или равно нулю, то взрываем гранату. Если же граната с чем-то столкнулась, то здесь начинается довольно интересное. Узнаем расстояние до player пауна. Удостоверяемся, что это расстояние меньше зоны поражения гранаты. Ну, здесь используем, как обычно, вектор length. Находим отношение. Домножаем на урон. И мы получаем коэффициент плавного угасания урона в зависимости от расстояния до центра взрыва. И этот урон наносим игроку. Здесь, соответственно, ну, находим самого игрока, логично. Если игрок находится за пределами АОЕ, то, естественно, он урона не получает. Если он находится в пределах АОЕ, то он урон получает. На самом деле есть процедура, называется Apply Radial Damage и Apply Radial Damage with Fall Off. Замечательные функции, то есть тут можно устанавливать разный урон, тип фол, этого спадания урона, но одна проблема. Нужно прописывать классы урона, там довольно много геморроя. Это нужно, если у вас много классов урона, они настроены, они правильно отлажены. Там еще в самом уроне можно определенные фишки прописывать. Вот, об этом стоит почитать, но в нашем случае это явно избыточно. После чего спауним спецэффект взрыва в точке взрыва, грубо говоря. Но чуть-чуть выдвигаем его вперед, чтобы он был перед актерами, чтобы взрыв закрывал других актеров. Опять-таки get actor transform self, да, то есть там, где граната взорвалась, там появляется взрыв. Вращение сохраняем, масштаб сохраняем. После чего уничтожаем актера. Вот. А, ну и, естественно, тут есть еще один важный момент. Это то, что для гранаты, поскольку она летит по параболической траектории, да, мы хотим симулировать физику. Устанавливаем ей какую-то массу и запрещаем вращаться по X и по Z. То есть она должна крутиться вокруг оси Y. А вот позицию мы зафиксируем по Y, чтобы она не могла улететь в бок, да, и скатиться с ровных поверхностей или с наклонных поверхностей, которые могут быть на уровне. Ну и, наконец, последний момент. Аудио. Да. К
как именно создается аудио. Мы просто закидываем в файл какой-то, ну, неважно, любой. Да, то есть вот это WAV файл. Мы его даже особо не заморачиваемся. Создали WAV-ку, закинули в папочку. Она там лежит. Правый клик. Create Queue. Появляется вот такая штучка. Опять-таки мы здесь ничего не настраиваем. Достаточно, чтобы она здесь лежала. С помощью Queue можно создавать довольно много интересных эффектов. Можно зацикливать, искажать, там... Куча фильтров есть, много всего интересного. Задержку делать, комбинировать разные вот эти вот вейв-плееры для того, чтобы получать интересные эффекты. Но мы этим не заморачиваемся. У нас просто тупо воспроизведение звука. И таким образом вы можете предусмотреть и воспроизведение звука. Ничего принципиально сложного в этом деле нет. Единственное, что надо проверять, чтобы звуки не воспроизводились, когда их не крутят. Таким образом, можно не без труда получить относительно универсальные классы противников, которые могут совершать довольно много действий и обладать даже неким, пусть и примитивным, искусственным интеллектом. Что ж, спасибо всем, кто вынес это страдалово. Как всегда, извиняюсь, что не завез музычку, но время поджимает, а дело затянулось уже на 46 минут. И я понимаю, что многим интересен вопрос создания противников. Я давно хотел этот материал сделать, хоть в какой-то форме. И я думаю, базово основные вещи, которые с проблемами, которые возникают при создании противников, и с основными тонкостями, которые возникают, я смог изложить. Всем хорошего времени суток. Всем весело жить и не грустить, а радоваться жизни. И удачи до следующего видео, уж не знаю, когда оно случится.